Кристина Немчинова Угрин, партнер-основатель юридического финтех-консалтинга Brightman, магистр наук по международной политике и транснациональной безопасности, звучит солидно. Тема налогообложения криптовалютных транзакций и ICO проектов при участии резидентов USA. Да. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. Я вижу, вас все больше и больше становится к концу, что не может не радовать. Меня зовут Кристина, я партнер компании Brightman. Мы сравнительно недавно на рынке оказываем консультационные услуги самым разным клиентам. Это как частные инвесторы, как стартаперы, так и уже сложившийся, устоявшийся бизнес, который хочет собрать деньги на ICO, например, вложиться в криптовалюту, неплохо заработать и так далее, и так далее. В общем, все эти насущные проблемы их интересуют. Мы находимся в Киеве, у нас сейчас очень амбициозные планы по выходу на рынок Соединенных Штатов, что вполне логично, учитывая мою тему презентации. Бывало у меня, вернее, так, что я хотела, скажем так, закупиться токенами. Ну или там криптовалюту себе прикупить, заработать, собственно, как и все мои знакомые, коллеги и так далее, и так далее. Все-таки хайп как-никак. Захожу на сайт симпатичного мне ICO-проекта, хочу, так сказать, прикупить немножко себе. И что я вижу? Я вижу, что мои коллеги-юристы уже постарались до меня. Уже висит 1000 дисклеймеров с просьбой подтвердить, что вы не гражданин Соединенных Штатов. Ну, как-то врать нехорошо, учитывая, что я как раз тот самый бедный американский гражданин и не могу пользоваться всеми благами, которыми пользуются мои клиенты, допустим, граждане Украины или граждане других каких-то стран. Потом к нам стали обращаться клиенты с теми же проблемами, среди которых есть и американские инвесторы, и, допустим, украинские стартаперы, которые хотят попасть в Кремниевую долину, не знают, как им пройти комплаенс достаточно жесткий с американскими законами. Обращаются компании, которые, физические лица, которые хотят, допустим, открыть свою биржу, свой онлайн-обменник криптовалюты и так далее, и так далее. Все боятся американских налогов, американскую судебную систему и так далее, и так далее. В общем, мы подумали и решили, что, наверное, это проблема насущная, несмотря на то, что мы все живем в Украине. Американские законы имеют экстерриториальный характер. Что это значит? Это значит, что они распространяются, к сожалению или к счастью, на другие страны тоже. Как только вы начинаете свое сотрудничество с американскими коллегами, вы уже подпадаете под действие американских законов. Поэтому знать их очень важно. Итак, начнем. Это краткая информация обо мне. Если кому-то интересно, об этом можно говорить часами на самом деле, поэтому если у кого-то какие-то будут дополнительные вопросы, с удовольствием отвечу в любом режиме, имейл, телефон, как вам удобно. Начнем с того, как, собственно говоря, трактует американская налоговая служба криптовалютные транзакции. Она трактует их однозначно, они обязательно облагаются налогом. Более того, в соответствии с налоговым кодексом Соединенных Штатов, криптовалюта – это commodities, то есть это имущество. Соответственно, сделки с криптовалютой облагаются налогом, как любые транзакции с имуществом. Продажа, обмен, покупка и так далее, и так далее. Налоговая ставка зависит от того, какова ваша инвестиция в криптовалюту. Если вы приобрели какой-то криптоактив, токен, коин и так далее, и он у вас находится, допустим, на кошельке меньше года, соответственно, это краткосрочная инвестиция, налоговая ставка будет от 10% до 37%. Почему такой большой рейндж? Потому что в Соединенных Штатах, как известно, действует прогрессивная налоговая шкала. То есть чем больше вы зарабатываете, тем больше вы платите налог. Это одна из причин, почему многие выходят, собственно, из гражданства американского, крупные инвесторы. Долгосрочная инвестиция, там стабильная налоговая ставка 24%, если криптоактив у вас больше года. Есть такое понятие, как налогооблагаемые события и неналогооблагаемые события. Что это значит? Это значит, что какие-то сделки с криптовалютой будут облагаться налогом, а какие-то нет. Те, которые облагаются, их больше, облагаются налогом любые сделки, где у вас есть прирост капитала. То есть это обмен криптовалюты на фиатные деньги, криптовалюты на криптовалюту, оплата товаров и услуг, получение зарплаты в крипте и так далее, и так далее. Не облагаются налогом только два случая, если вам подарили криптовалюту, если вы ее просто купили за доллар, она у вас лежит на вашем кошельке.
Очень важный момент, связанный с обменом крипты на крипту. До 2018 года можно было обменивать ее и не облагались эти сделки налогом. С 2018 года Трамп закрыл эту лазейку для налогоплательщиков и отменил такое понятие для криптовалютных транзакций, как like-kind exchange. Это равноценный обмен, например, когда вы одну недвижимость меняете на другую, один предмет искусства меняете на другой и так далее, и так далее. То есть такие сделки раньше налогом не облагались. Криптовалюта подпадала под это определение, с 2018 года отменили это преимущество. Конечно, здесь можно разные приводить доводы. Например, если вы меняете биткоин на биткоин кэш, да, то, собственно говоря, там на одном блокчейне сделаны, вернее, не сделаны, а создана да, криптовалюта. Эти доводы вряд ли убедят налоговую службу и, скорее всего, вас заставят с этих транзакций платить налог. Плюс ко всему важно помнить то, что, к сожалению, на сегодняшний день вопросов больше, чем ответов, а налоговая служба, она все-таки пока однозначного ответа не дает. Любые ваши транзакции с криптой, они, скажем так, их налогообложение, оно остается на усмотрение налоговой службы и государственных органов. Коллеги американские, юристы, да, они рекомендуют во избежание проблем декларировать любые свои криптовалютные сделки на случай какой-то непредвиденной проверки неожиданной. Дальше очень важный момент. Собственно говоря, вы можете задаться вопросом, почему вообще я должен или должна все это слушать. Я живу в Украине, у меня украинский бизнес, и кому там надо эти ваши налоговые службы американские? Вы можете попасть в одну из следующих трех категорий, к сожалению для вас и, к счастью, для американской налоговой службы. Вы можете владеть компанией, которая работает с американскими гражданами. Если ваши клиенты американцы, вы автоматически подпадаете под американский закон. Даже если ваша компания, допустим, зарегистрирована в Швейцарии, там же ваше оборудование, там же штат ваших сотрудников, это не важно. Американский клиент моментально на вас распространяется закон Соединенных Штатов. Вторая группа – это граждане США, которые пользуются услугами иностранных бирж. Допустим, вы владелец биржи или какой-нибудь онлайн-обменника, онлайн-платформы по обмену криптовалют. Если вы не запрещаете на свою платформу доступ американских граждан, вы должны, согласно американскому законодательству, получить лицензию MSB, Money Serves Business. То есть эту лицензию получает любая организация, которая работает с обменом виртуальных денег. И третья категория – это непосредственно иностранцы, которые пользуются услугами американских бирж. Если вы трейдите, например, на Coinbase, вы обязаны платить налог в Соединенных Штатах. Конечно, мало кто это делает, но, тем не менее, это закон, и налоговая служба может расценить ваш доход от трейдинга на американских трейдинговых площадках как Fixed Determinable Annual Income. Это доход фиксированный, да, который подлежит определению, вы получаете его в определенной промежутке времени. Соответственно, они могут удержать 30% с ваших доходов. Есть еще два… Кстати, прежде чем мы перейдем к FATCA, хотела дополнить, что даже если вы себя попытаетесь оградить от американских граждан, например, напишите кучу дисклеймеров, я подтверждаю, что я не гражданин Америки и так далее, все равно, так сказать, могут докопаться до вас, потому как могут обвинить, если, допустим, у вас не прописана политика по противодействию финансированию терроризма, вас могут обвинить в том, что вы косвенно, так или иначе, можете угрожать, допустим, национальной безопасности США. Или, допустим, обвинить вас в сговоре с американским гражданином. То есть, на самом деле, причин масса к вам прицепиться. Есть очень важных два закона. Если вы украинская компания, допустим, неважно, где именно зарегистрирован ваш бизнес, вы работаете с американцами, вы должны соответствовать еще двум законам. Это FATCA и FBR. С FBI прошу не путать. FATCA — это закон о соблюдении налоговых требований по зарубежным счетам. Цель этого закона — найти американских граждан, где бы они ни находились, и заставить их платить налог. Здесь есть два момента. Первое. Многие страны добровольно подписывают с Соединенными Штатами договор о сотрудничестве в рамках этого закона. И второе. Многие финансовые институты добровольно-принудительно, скажем так, сами регистрируются в налоговой службе и должны предоставлять
налоговой службе Соединенных Штатов данные обо всех американских клиентах, которые есть у той или иной компании. То есть это ваше обязательство. Если у вас есть клиенты американцы, вы обязательно должны заявить об этом в американскую налоговую службу, иначе будут большие штрафы из межбанковских операций, могут, с ваших межбанковских операций могут удержать 30% от вашего дохода. Также подпадают под этот же закон те компании, где есть от 10 и больше, где американцы владеют 10 и больше процентами акций компании. Аналогичный закон FBR, кстати сказать, налоговая отчетность в рамках этого закона должна заполняться очень внимательно. Мы такие услуги тоже предоставляем, если кому-то будет интересно. Есть еще два акта, они не совсем связаны с налогами, им тоже нужно обязательно соответствовать. Первый — это Bank Secrecy Act, закон о банковской тайне, по которым компании обязаны создавать так называемые бумажные следы и отчитываться в службу по борьбе с финансовыми преступлениями, FinCEN так называемый. И второе — это Patriot Act, по следам террористической атаки в Соединенных Штатах в 2001 году, вступил в силу, в соответствии с которым был введен принцип KYC. Поэтому тоже обязательно не забудьте о KYC-политике в вашей компании. Два интересных прецедента, которые, собственно, повлияли на криптовалютный рынок. Первый кейс — это кейс Liberty Reserve в 2013 году, тот случай, когда американские законы распространились на иностранную компанию. Была такая электронная платежная система, она была зарегистрирована в Коста-Рике, кстати, там владелец был украинец, гражданин Коста-Рики, но с украинскими корнями. Вот он в Коста-Рике зарегистрировал свою компанию, его нашли, деятельность этой компании, и проанализировали. Оказалось, что действовал он без лицензии MSB, той, о которой я говорила. Работал он с американцами, его электронной платежной системой американские граждане пользовались очень охотно. Соответственно, суд пришел к выводу, что существенная деятельность в Соединенных Штатах у него присутствовала, несмотря на то, что компания в Коста-Рике была зарегистрирована, и там же проходила ее активная деятельность. Еще один интересный кейс — это дело БТЦЕ. Я думаю, многие из вас слышали, когда площадку закрыли, и, собственно, вот уже было обвинение от больших штрафов за, собственно, лишение свободы. Действовали без лицензии с американскими гражданами, не соблюдали все необходимые процедуры по противодействию отмыванию денег, противодействию финансированию терроризма и так далее, и так далее. Что делать, собственно, в таких ситуациях, да? Если вы подпадаете под те три категории, о которых я говорила в самом начале? Ну, во-первых, та же отчетность обязательно должна предоставляться. У меня был прецедент на практике, когда я сама работала в эстонской компании, эстонское юрлицо, и PayPal отказывался с нами сотрудничать до тех пор, пока мы не подадим отчетность в налоговую службу Соединенных Штатов в соответствии с законом FATCA, о котором я говорила. Никаких не было вообще способов избежать этого. Ну и второе, обязательно должен быть в Соединенных Штатах у вас человек, который будет непосредственно на месте регулировать все отношения с американскими органами. И больше я вас не буду пугать лишением свободы в Соединенных Штатах. Расскажу очень интересную историю. В 1946 году во Флориде была такая компания, которая называлась Howie in the Hills. Они владели апельсиновой рощей. И решили, владелец этой компании, хозяин, господин Howie, он решил продавать земельные участки этой апельсиновой рощи заинтересовавшимся людям. Откликнулись очень многие, и он предложил следующее. Он говорит: ну давайте вот у меня купите земельный участок, ну за ним же надо ухаживать, там деревья апельсиновые, все это. Говорит: ну я могу ухаживать за этим всем, но вы взамен на это даете мне право пользования своим земельным участком на 10 лет без права расторжения договора. Об этом узнала SEC, комиссия по ценным бумагам и биржам. И признали фактически его деятельность продажей ценных бумаг. То есть это инвестиционная деятельность. Так появился знаменитый Howie тест, о котором наверняка слышали многие из вас. Те, кто занимается ICO, обязательно должны пройти этот тест на соответствие ценной бумаги.
Он состоит из четырех важных пунктов, ну, некоторые из трех говорят, но я на четыре разбила. Обязательно должно присутствовать инвестирование денег в общее предприятие с ожиданием прибыли исключительно от усилий третьих лиц. Если ваш токен соответствует всем четырем пунктам, значит, что вы, собственно, продаете ценную бумагу. Это плохо, потому что вы обязательно должны зарегистрироваться в СЕК, в комиссии по ценным бумагам и биржам, предоставлять всю отчетность. Спасибо. К вашим токенам будут допущены исключительно аккредитованные инвесторы. Они не будут иметь права распоряжаться токеном в течение одного года после его покупки. Вы пройдете жесткий аудит и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, есть как бы, если есть возможность, лучше этот тест не пройти и, собственно, не подпасть под это регулирование. Я хотела рассказать еще, времени мало, к сожалению, хотела вкратце рассказать про очень интересный тренд, который я привезла из-за океана, может быть, кому-то из вас будет интересно. Тренд называется аирдропы. Это фактически это сбрасывание груза в виде токенов. Он очень похож на баунти-программу. Вот если вы слышали или работали с такими программами, вы поймете, о чем я говорю. То есть делается это для чего? Это делается для рекламы проекта, когда владельцы тех или иных токенов просто бесплатно раздают их разным лицам, разным пользователям. Вы просыпаетесь утром, обнаружили у себя в кошельке ту или иную какую-то криптовалюту, или коин, или токены. Да? Вот это был так называемый airdrop. Какая цель? Цель одна — цель привлечь внимание к проекту, к своему. Есть два способа раздачи токенов. Первое — это бесплатно. Часто ее пользуются при появлении форков, так называемых, когда для того, чтобы заявить о том, что появилась новая валюта, мы как бы вот ее бесплатно дарим. И второй момент — это раздача с условием, когда вы просите пользователей, что вот мы вот вам даем крипту, а вы нам, допустим, за это какой-нибудь репост в Фейсбуке, грубо говоря. То есть продвижение проекта. Отличие от баунти в том, что, во-первых, это проще, привлекает меньше средств в то же время, но не предъявляются такие жесткие требования к участникам. Не должно быть там каких-то специальных компетенций, квалификаций и так далее. Налогами облагаются так же, как и форки. К сожалению, мало времени, мне подсказывают. Еще хотела вам про форки рассказать, очень интересно. Но можете пофоткать, кто не успел. Презентацию, если кому-то интересно, я могу обязательно отправить. Вот так. Времени мало, к сожалению. Спасибо большое.